Ну, Господи, благослови. Мы отправляемся в рулетку. Как сладки гортани мои слова твои. Лучше меда устам моим. Повелениями твоими, Господи, я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово твое, светильник ноге моей, свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам твоим научи меня. Душа моя непрестанна в руке моей, но закона твоего не забываю. Ты дал свободу человеку и предложил ему жизнь и смерть, благословение и проклятие. И сказал, зачем вам избирать смерть? Избери жизнь и будешь жить. Кто не покается, он навеки будет мучиться в огне гиенском. Навеки вечные. А праведник наследует Царство Божие. И это ты даешь, Господи. Какой человек есть, лишь бы он принес покаяние и принял святое крещение. Аллилуйя! Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений твоих. Откровения твои я принял как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, Господи, и спасусь. И в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты не излагаешь, ибо ухищрение их – ложь. Как изгарь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Господи, пошли добрых людей в это место тьмы и мрака, где люди жаждут греха. Подними их из этой бездны ада, блуда, прелюбодеяния, табакокурения и всего, что не славит Тебя. Господи, Боже мой, слава Тебе! Боже, всемогущий, хвала Тебе! Ты достоин прославления за любовь Твою и милость, долготерпение и благость, ибо никто не благ, как только один Бог. И всякое доброе даяние от Отца Светов. Никто, Господи, не может Иисуса признать Господом, как только Духом Святым. И где Духа Святого нет, там нет и признания Тебя Господом нашим. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе! Милости Твоей полна земля. Укрепи меня по слову Твоему. Благодарю Тебя за все Твои милости и щедроты, явленные мне. Найди новые души здесь, Господи, в этом мраке людей, ищущих разврата и греха, спаси. Не дай им погибнуть. Коснись их сердец. Приведи их к себе с покаянием. Из этой пропасти лжи и блуда исхить их. Ага. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Покажи. Наш Господь. Хвала Тебе. Честь и поклонение. Слава и благодарение во веки веков. Аминь. Господи, Ты сам сказал, пустите детей приходить ко Мне. Какие дети были там? Коснись их сердец. Обрати их на путь покаяния. Найди их, Господи. Не дай им погибнуть.
ибо они не знают, что ожидает это поколение. Какие казни и муки, какой огонь прольется с неба. Найди их, Господи, приведи их в храм Твой святой, обрати их, Спаситель, не дай им погибнуть. Ибо без Бога человек уподобляется диким скотам. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благослови нас, Господи, нести Слово Твое погибающим, одержимым демонами зла и греха. Здесь воистину легионы демонов тешатся, погибшие души, и не вопиют к Тебе. Слава Тебе, наш Господь Христос! Вовеки Тебе слава! Ты достоин всяческого прославления. Кроме Тебя нет иного Бога. Ибо Бог есть любовь. Аллилуйя! И стоявает очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставом Твоим научи меня. Я раб Твой, Господи, вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все признаю справедливыми. Всякий путь лжи ненавижу. Дивные откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открывая уста мои, вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. На Тебя уповаем. Помяни, Господи, родителей наших, сродников и благодетелей усопших, и новопредставленных Сергея, Тамару, Наталью. Ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил бы. Прости им, Господи, всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Матерь Божия, Преснодева Мария Богородица, покрой нас омофором любви Твоей от всякого зла и злословия. И благослови наших гонителей, поносителей, не знающих истины. И в судный день не помяни их в безумии, но даруй прощение несчастным и жалким, покинутым одиноким. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Призри на меня, Господи, и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай владеть мной никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Господи, осияй раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повеления Твоих не забываю. Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина. Скорбь и горе постигли меня, заповеди Твои – утешение мое. Правда откровения Твоих вечна. Вразуми меня, и буду жить. Взывай всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохрани уставы Твои. Ты показал свою любовь в том, что Сын Божий сошел с неба и взял грехи всего мира на себя и был распят, и воскрес для нашего оправдания.
откройся еще многим. Ты послал учеников и сказал: идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Господи, возвысь святую православную церковь, избавь ее от всего ненужного, от сребролюбия священства, от гнева Твоего, Господи, избавит нас от соблюдения Твоих заповедей и милосердия Твое. Господи, Господи, даруй духовное рождение свыше патриарху, епископам, священству и пастве. Ибо кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. И кто не будет иметь Духа Святого, тот и не его. Исполни нас благодати Духа Святого, о чем говорил нам Серафим Саровский. Благословенные слова, и благословенны, кто понял это. Мы умоляем Тебя, Господи, продли еще мир на земле, дабы многие могли прийти к Тебе из этой пропасти тинистого, темного рва, извлеки, которые преданы блуду, прелюбодеянию, алкоголю, наркотикам, вызвали их, и пошли добрых миссионеров к язычникам, иудеям, христианам, мусульманам и буддистам. И там ты находишь души, которые могут принести тебе покаяние и принять тебя как истинного Бога, второе лицо Троицы. Слава тебе! Хвала тебе, наш Господь! Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй! Господи, помилуй. Господи, благослови. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Благодарю Тебя, Господи. Иоанн Креститель, предтеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать, жить экономно, прославляя Тебя, Господа Бога нашего. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе, милосердный. Аллилуйя. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте, ставьте лайк, а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашем канале. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам Христос! Богом.